такая небольшая минутка хвастовства. Роза, про которую все так много говорили, постоянно спрашивали. Честно, я немножко подустала от этих вопросов, есть она у меня или нету. Где-то она у меня в маточнике растет. Ну вот я взяла и заказала еще одну. Это у нас Гранд Аморе. Да-да-да-дам. Вот мне ее прислали совсем недавно. Мы ее еще не посадили. Вот так она выглядит. Это горшочек. Сейчас мы покажем. Вот так вот. Посмотрим, что вырастет. Сорт у нас уже не новый Гранд Аморе. Ему уже достаточно лет. Это роза срезочная, фирма Кордос. Аромат, насколько я помню, такой выше среднего по силе. Надеюсь, что погода будет хорошая. Она быстренько приживется, зацветет в этом году. Если понравится, будем ее размножать. Так что вот так вот. Я просто решила немножко похвастаться. Будут вопросы, спрашивайте. Ну а теперь всем спасибо и до свидания.